Я рыбка. Как жизнь? Жизнь прекрасна. Если бы не было еще экзаменов через 2 дня, так было бы вообще супер просто. Насколько длинные? Ну, как длинные? Вот так. Да, наверное, так. Хочешь сделать милирование? Да, хочу. В светлый. Потом в телегу зайди, я кушаю. Приятного, дорогая. Хорошо, зайду. У меня день рождения 11 января. Да, я дома. Моя любимая песня. Мне сейчас нравятся почти все песни из сериала «Империя». Это просто очень крутой сериал. Я уже досматриваю 4-й сезон. Я очень быстро смотрю сериалы. Вот, там очень крутые песни, особенно которые поет Juicy Smollett. Я не знаю, как правильно читается его имя, фамилия. Короче, это просто теперь мои любимые песни. Hey! Ты где живешь? Живу в Киеве. Как вам мои щечки? Они такие классные, скажите. Ты кто? Я Аня. Приятно познакомиться. Дела супер. Какая моя любимая песня из Open Kids? Мне нравится «Внутри», «Поколение танцы». Так. Ребяточки, вы спрашиваете сейчас очень много вопросов про концерты, когда приедем в ваш город и все такое. Честно, я не знаю, вся информация есть на наших сайтах, так что смотрите там. Нет, я сейчас не в Одессе, была в Одессе вчера. Какая любимая группа? Наверное, Little Mix. Обрабатываю фото в Snapseed, в Sco, иногда очень редко Afterlight и очень редко InstaSize. Так вот. Когда будет концерт в Москве? В ближайшее время пока не планировали. Мне 16. Hello. На кого поступаешь? Я еще в школе остаюсь. Так что, так вот. О, нет. Так, дальше вопросики. Да, мне понравилось в Одессе, очень люблю Одессу на самом деле. Да, я приезжала в Баку, все мы с группой были в Баку 2 раза. Сейчас в Киеве, дома. Ты скучаешь по Яне? Ну, сейчас она тут, дома, но вообще, когда уезжаю, конечно же. Откуда сережки? Ой, не знаю, честно, такие сережки и повсюду продаются. Да, я знаю группу Decide Band. Ангелина, думаю, дома. Мы же все не в одной квартире живем. Ты просто чудо. Спасибо. Мне 16. Привет, как дела? Все супер. Как тебе Львов? Очень атмосферный город, мне нравится. How are you? I'm okay. Very, very cool. Вообще, я родилась в Челябинске, потом жила в Москве, теперь живу в Киеве. Что на майке написано? На майке написано «Жесть». Да, жесть, конечно, это когда экзамены через 2 дня. Какие планы на лето? Ну вот сейчас хочу сдать экзамены уже поскорее. Ну, по крайней мере, математику. Вот. Потом концерты. Будем в каких-то лагерях с Open Kids. Ну и в августе отпуск. И исполнится одна моя маленькая мечта. Уже жду, не дождусь, честно. Как тебя зовут? Ну, смотрите, мне кажется, вот когда человек ведет эфир, там сбоку есть никнейм. Там как бы есть мое имя. Анна. Так. Посоветуй, пожалуйста, классные сериалы. О, это как раз ко мне. Ну, вообще, мой самый любимый сериал – это «Сплетница». Просто обожаю этот сериал. Прям очень-очень-очень. Потом «Империя», «Бесстыжие», «Династия», «Ривердейл», «Две девицы на мели», сериал «Корабль», боже, как же он называется, забыла, русский сериал, я забыла, «Метод», вот, точно,
Метод. Очень крутой сериал. Мне 16. Яна в соседней комнате. Какие экзамены сдаешь? Математика, английский и украинский. Хай, хай, хай. Трудно было переезжать в Украину. Ну, конечно, были свои трудности. Так. Мстители смотрела? Нет, не попала. Покажи комнату. Моя нога. Ну, там... Вон там зеркало, там тумбочки, там стол. Все. И кровать. Нет, я сейчас не в Москве, я сейчас в Киеве. Любимый видеоблогер? Я не смотрю YouTube, поэтому... Нет любимого видеоблогера. Ты смотрела скам? Я посмотрела одну серию, мне не понравилось. Куда ты хочешь поехать? Тогда, когда я хочу поехать, я поеду. Но это будет сюрприз. Посоветуй, что полезного можно поесть. Салатик, фрукты, орешки. Тебе нравится работать в Open Kids? Да, очень-очень люблю Open Kids, они классные. Да. Хорошо. Скоро буду кушать. Да. Ты где? Дома, дома, дома? Да, я дома. Знаешь Ривердейл? Да. В Одессе круто, люблю Одессу и поеду туда летом еще отдохнуть. Ну как отдохнуть? Просто сменить местоположение, немного погулять, потому что я правда люблю Одессу. К тому же недалеко, там тепло, круто. В Америке не была, не получилось попасть. В Краснодаре вроде бы была. Что будешь кушать? А там бабуля что-то приготовила. Да, я дома. У меня квартира. Так, ты хочешь длинные... Да, я бы хотела, ну, какие-то вот такие вот волосы, чтобы была прям ровная-ровная длина. Ну, вот так вот одна. И хочу покрасить. Вот. Любишь единорожек? Ну, не знаю. Почему так поздно ешь? Не знаю, так получилось. Да, я была в Сочи. Люблю Сочи, правда. Очень крутой город. Прям нереально. Особенно парк аттракционов. У меня глаза зеленого цвета. Мне 16. Иду. В общем, ребята, мне приготовили уже покушать. Так что я буду бежать. А вам желаю хорошего вечера. Проведите его прекрасно. Тем, кто будет сдавать экзамены, удачи. Я вас всех очень сильно люблю. Крепко целую, обнимаю. И желаю всем сладких снов. Бэээ.